сапогах, в потертой блузе, с бодуна, во всей красе, шел мужик по кукурузе, по несжатой полосе. Пиджачок торчал кургуза, из цигарки шел дымок, думал, вот же кукуруза. Дальше думать он не мог. Вдруг зарявкали моторы, подошел комбайн в строй, а в комбайне тот, который, а в соседнем тот второй. В куртках фирменной расцветки, в окружении поселян, и в руках у них ракетки. И у каждого валан. Неприступный, как гостайна, и стремительный, как вжик. Путин вышел из комбайна. Путин, тут и сел. Вышел солнцем осиянин, наступил в родную слизь. Что трясешься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидавши пред собой их, поселянин заблажил. Как же вас сюда обоих? Чем я это заслужил? Неожиданно доступен, вербовать-то он мастак. Да не бойся, промолвил Путин. Мы с Димоном просто так. Просто нынче за обедом, доедая из эскалоп, мы подумали с медведом замутить еще во чтоб. Все мы делали, чего там, забавляя всю страну. Управляли самолетом, погружались в глубину, нежной дружбы не таили, пели рок, коров доили, твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все, что хочешь. И при звоне чаши чайной был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли. Ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Ведь смешнейший, чем боржи. Совершенно обалванен от таких серьезных тем, тихо ахнул поселянин. Вот же круто. А зачем? Путин скушал эту дерзость и ответил мне по лжи. А чего еще тут делать? Ну не править же, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям. Правда, лучше вам не править. Лучше так вот по полям. Чтоб ракетки и валаны, и комбайн для куражу. А какие ваши планы, я хоть бабе расскажу. И с усмешкою, как ангел, он сказал, примерно так, то ли на лыжах в акваланге, то ли в танке на жирфаке. Что тут скажешь, что предложишь, лежа в страхе на стогу? Как ты так без литра можешь? Да уж, молвил он, могу. Час ночной в дому семейном. Я сидел с моим портвейном, в настроении питейном, отдыхая от труда. Вдруг в порыве тиховейном черный ворон, звать Маккейном, прилетел шипением змеиным вместо певчего дрозда. Он прокаркал: «Мистер Путин, этой ночью духом смутен, липкий страх ежеминутен». Отравил его года, он за башней укутав ей, насмотревшись фотографий, бредит участью кадафьей, истреблением без суда.
Я ответил: никогда. То есть как? Прокаркал ворон, увлекаясь разговором. Был тиран, а нынче вот он. От величия не следа, непреклонный и отважный. Он погиб в трубе дренажной, сдав дворец многоэтажный и родные города. И у вашего вельможи может выйти точно то же, как не лезет вон из кожи вся охранная орда. Я воскликнул: никогда. Я сказал: владельца Баффи трудно сравнивать с Каддафи в плане лиц и биографии, в плане пользы и вреда. Да, Каддафи был злодеем, но привержен был идеям. Ну а то, что мы имеем, разве помнит вкус стыда? Разве есть у их бригады хоть какие-либо взгляды, кроме мысли, что айпады лучше Гейтсова винда? Ворон каркнул: никогда! Я сказал: ты знаешь, Ворон, что называть Каддафи вором могут все, и даже хором. Тырил щедро, это да. Но зарплата у ливийца не могла остановиться. То есть он умел делиться, как сказал бы Джигурда. В самомнении обидном свой народ считая быдлом, он кормил его повидлом. Ну а эти, господа, ворон каркнул: никогда. Я сказал: пускай фуфло, но по крайности не клоун. И льстецами расцелован сами знаете куда. Но чтоб он, как кум в бараке, появлялся на журфаке сотню наших из клаки, привозя с собой туда сотню хрюш с единороссом, с заготовленным вопросом, как воспитанная чесом охамевшая звезда. Ворон каркнул: никогда. Я сказал: представь, о птаха, что народ, не зная страха, поднимается из праха, набухая, как елда, низвергается дубиной на режим, вчера любимый всею дикостью глубинной, джип, калаш и борода, и свергает президента, сбросив маску импотента, за какой-то un momento, как сказал бы Фарада. Ворон каркнул: никогда. Вот теперь, сказал я, птица, понимаешь, чем гордится наша жирная столица обезжиренной Руси? Почему у нас внезапно стало так тепло и затхло? Почему о нас на завтра не расскажет BBC? Верь, за наш утихший ропот, за ползучий полушепот и за весь российский опыт вертикали и оси, Штаты, Чайна и Европа скоро скажут нам мерси. Ворон каркнул: отсоси. Гражданин, поэт, живой концерт, 7 ноября, театр эстрады. 20 ноября в Санкт-Петербурге в ДК имени Горького живой концерт гражданина-поэта. Пивору могут все, и даже хором. Тырил щедро, это да. Но зарплата у ливийца не могла остановиться. То есть он умел делиться, как сказал бы Джигурда. В самомнении обидном свой народ считая быдлом, он кормил его повидлом. Ну а эти, господа... Ворон каркнул: никогда. Я сказал: пускай фуфло, но по крайности не клоун. И льстецами расцелован сами знаете куда. Но чтоб он, как кум в бараке, появлялся на журфаке сотню наших из клаки, привозя с собой туда сотню хрюш с единороссом, с заготовленным вопросом, как воспитанная чесом охамевшая звезда. Ворон каркнул: никогда. Я сказал: представь, о птаха, что народ, не зная страха, поднимается из праха, набухая, как елда, низвергается дубиной на режим, вчера любимый всею дикостью глубинной, джип, калаш и борода, и свергает президента, сбросив маску импотента, за какой-то un momento, как сказал бы Фарада. Ворон каркнул: никогда. Вот теперь,
сказал я, птица, понимаешь, чем гордится? Вдруг в порыве тиховейном черный ворон, звать Макейном, прилетел шипением змеиного вместо певчего дрозда. Он прокаркал: «Мистер Путин, этой ночью духом смутен, липкий страх ежеминутен, отравил его года. Он за башней, укутав ей, насмотревшись фотографий, бредит участью Каддафи, истреблением без суда». Я ответил: «Никогда». «То есть как?» — прокаркал ворон, увлекаясь разговором. «Был тиран, а нынче вот он, от величия не следа, непреклонный и отважный. Он погиб в трубе дренажной, сдав дворец многоэтажный и родные города. И у вашего вельможи может выйти точно то же, как не лезет вон из кожи вся охранная орда». Я воскликнул: «Никогда». Я сказал: «Владельца Баффи трудно сравнивать с Каддафи в плане лиц и биографии, в плане пользы и вреда. Да, Каддафи был злодеем, но привержен был идеям. Ну а то, что мы имеем, разве помнит вкус стыда? Разве есть у их бригады хоть какие-либо взгляды, кроме мысли, что айпады лучше Гейтсова винда?» Ворон каркнул: «Никогда!» Я сказал: «Ты знаешь, Ворон, что называть Каддафи в сапогах, в потертой блузе, с бодуна, во всей красе, шел мужик по кукурузе, по несжатой полосе, пиджачок торчал кургуза, из цигарки шел дымок, думал: вот же кукуруза». Дальше думать он не мог. Вдруг зарявкали моторы, подошел комбайнер в строй, а в комбайне тот, который, а в соседнем тот второй. В куртках фирменной расцветки, в окружении поселян, и в руках у них ракетки. И у каждого валан. Неприступный, как гостайна, и стремительный, как джип. Путин вышел из комбайна. Путин, тупый севный. Вышел солнцем осиянен, наступил в родную слизь. Что трясешься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидавши пред собой их, поселянин заблажил: «Как же вас сюда обоих? Чем я это заслужил?» Неожиданно доступен, вербовать-то он мастак. Ну не правильно же, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям: «Правда, лучше вам не править. Лучше так вот по полям, чтоб ракетки и валаны, и комбайн для куражу. А какие ваши планы? Я хоть бабе расскажу». И с усмешкою, как ангел, он сказал: «Примерно так. То ли на лыжах в акваланге, то ли в танке на жерфак». Что тут скажешь, что предложишь, лежа в страхе на стогу? Как ты так без литра можешь? Да уж, молвил он, могу. Час ночной в дому семейном я сидел с моим портвейном, в настроении питейном, отдыхая от труда. «Да не бойся», — промолвил Путин, — «мы с Димоном просто так. Просто нынче за обедом, доедая из эскалоп, мы подумали с медведом замутить еще бы чтоб. Все мы делали, чего там, забавляя всю страну. Управляли самолетом,
погружались в глубину, нежной дружбы не таили, пели рок, коров доили, твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все, что хочешь. И при звоне чаши чайной был ответ произнесен: мы ни разу на комбайнах не играли. Ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Ведь смешнейший шампанжи. Совершенно оболванен от таких серьезных тем. Тихо ахнул поселянин. Вот же круто. А зачем? Путин скушал эту дерзость и ответил мне по лжи: а чего еще тут делать?